Протягивать руку помощи, обеспечивать рабочими местами матерей-одиночек, инвалидов, многодетных родителей, выпускников детских домов. Либо, как наш герой Роман Харенов, помогать людям восстанавливаться после заболеваний. Миссия всех социальных предпринимателей, когда бизнес сначала не про деньги, когда бизнес сначала для людей. Наша организация занимается уходом за людьми после перенесенного инсульта, травм и других тяжелых заболеваний. Социальный предприниматель, статус которого позволяет не только помогать, но и дает право на дополнительные меры господдержки. В этом году это гранты размером до 500 тысяч рублей на условиях софинансирования. Прием заявок на получение статуса социального предпринимателя ведется на постоянной основе. Решение о включении в реестр субъектов социального предпринимательства принимает региональная комиссия. Специалисты Центра «Мой бизнес» готовы помочь предпринимателям с консультацией и сбором пакета документов, необходимых для признания субъекта МСП социальным предприятием. Образовательную, информационную, консультационную поддержку можно получить в Центре предпринимателя «Мой бизнес».